Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас особый, очень важный урок, на котором я научу вас считать по-немецки. Итак, давайте начнем. Ноль будет ноль-ноль один айнц два Два три, драй, четыре, фир, пять, фюнф, шесть, зекс, семь, зибен, восемь, ахт, девять, ноль, десять, Цен. Не забывайте повторять новые слова за мной, чтобы быстрее их запомнить. А мы с вами повторим еще раз счет от одного до десяти, нуль, айц, айнц, цвай, цвай, драй, драй четыре, четыре, пять, пять, шесть, шесть, семь, семь, восемь, восемь, цен, и еще раз быстрее Ей, 2, дрей, 4, 5, 6, 7, 8, цен. А мы с вами поехали дальше: Счет от одиннадцати до двадцати. Одиннадцать. эльф. Двенадцать, 12. Цифры одиннадцать и двенадцать нужно просто запомнить. Тринадцать. Драй цен, то есть три десятка. Вы сейчас можете наглядно видеть, как формируется слово тринадцать. Четырнадцать. Фир цен. Все аналогично. Пятнадцать. Фюнф цен. Шестнадцать. Зэкт цен семнадцать, зип, цен. В слове шестнадцать и семнадцать, вы видите, мы берем только первые четыре буквы со слов шесть и семь. То есть мы берем зекс и зип. Дальше восемнадцать, ахт, цен. Все так же восемь, десять, да? Девятнадцать, нойн, цен. Двадцать, цван, тих. Повторим еще раз. Эльф, эльф, двенадцать, двенадцать, драй, 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 цен Фир, цен, Фир, цен, Фюнф, цен. Sechs zen. Sieb zen. Sieb zen. Acht zen. Acht zen. Neun zen. Neun zen. Zwanzig. Zwanzig. Ich höre es bestrehen. Elf, zwölf. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Все. Тренируйтесь, повторяйте, чтобы это все быстрее усвоилось и запомнилось. Давайте двигаться дальше. Берем десятки. тридцать 30, сорок 40. 40 пятьдесят фюнфтий шестьдесят зехтий семьдесят зиптий восемьдесят ахтий девяносто ноинтий сто хундерт повторим еще раз медленнее драй dreißig, Vierzig, vierzig Fünfzig, fünfzig Sechzig, sechzig Siebzig, siebzig Achtzig, acht Тих нойн, тих нойн, тих хундерт, хундерт. Все, а теперь быстрее. Драйцих, фирцих, фюнцих, зехцих, зехцих, ахцих, нойнцих хундерт. А теперь мы с вами научимся строить числительные из десятков и единиц. Сначала всегда произносим единицу, затем говорим слово und, то есть и, и произносим десяток, то есть как мы с вами скажем двадцать один, мы скажем если по русски, да, один и двадцать, а по немецки будет ein und zwanzig. То есть, как я уже сказала, 1 и 20. Как мы скажем, 22. Цвай und 20. Числительные в немецком языке всегда пишутся одним словом, слитно. И мысленно вы должны, чтобы правильно их понять и прочитать, разделять их между собой. То есть я вам показала и разделила черточками, чтобы это было удобнее для понимания. То есть какое бы длинное не было числительное, если мы с вами четко разделим по циферкам его, для нас оно не покажется каким-то слишком сложным или непонятным. А мы с вами продолжаем двадцать три драй унд цванций. то есть три и двадцать. Двадцать четыре, Фир und Цанцих. Как вы видите, все аналогично и просто. Двадцать пять, Фюнф und Цанцих. Двадцать шесть, Зекс und Цанцих. Двадцать семь, Зибен und 20 26,

fünf und zwanzig sechs und zwanzig sieben und zwanzig acht und zwanzig neun und zwanzig До ста мы с вами сейчас можем сказать лю абсолютно любое число от нуля до ста. Например, тридцать пять, фюнф, драйтих, сорок шесть, зекс, фиртих, пятьдесят пять, фюнф, 63 шестьдесят три, драй, Und sechzig, Vossund, Acht und Achtzig. Hur es fünf und dreißig, Sechs und vierzig, fünf und fünfzig, drei und sechzig, acht und achtzig. А теперь мы с вами посмотрим, что происходит с сотнями. Как мы уже знаем, сто будет хундерт. Хундерт. Как мы скажем двести? Цвай хундерт, то есть две сотни. Аналогично пятьсот мы скажем фюнф

Числительные в немецком языке пишутся слитно. Давайте с вами научимся произносить и писать числительные в немецком языке. Как мы с вами скажем «сто», «два»? «Хундертцвай» – то есть мы говорим «сто», а потом «два». Дальше. «Сто двадцать пять». Хундерт фюнф унцванцих. Хундерт То есть мы говорим сто, а потом мы говорим двадцать пять, а двадцать пять мы скажем пять и двадцать. Двести пятьдесят семь. То есть сначала мы говорим две сотни.

Драй и «ахтих». аналогично. Сначала мы говорим семь сотен, то есть семьсот. Зибен Хундерт. Потом мы говорим восемьдесят три, а это три и восемьдесят в немецком. То есть драй и «ахтих». И еще раз все вместе. Зибен Хундерт, драй und 80. Повторим еще раз наши числительные выше. Хундерт 2 ⁇ Хундерт ⁇ Фун ⁇ Хундерт ⁇ Хундерт ⁇ Драй ⁇ Можете нажать на паузу и слегка отдохнуть, а мы с вами продолжаем. Перейдем к тысячам тысяча будет thousand, две тысячи zwei thousand, то есть две тысячи так и говорим, семь тысяч sieben thousand, то есть семь тысяч, десять тысяч zehn thousand, а сейчас мы с вами научимся произносить и писать более длинные цифры. Например, три. Таузенд драй. Так и говорим. 1000 сначала таузенд, затем драй. Все очень просто. Сейчас у нас 2022 год. Давайте скажем цифру 2022. Таузенд, то есть две тысячи, цвай und цванцих, то есть два и двадцать, двадцать два. Еще раз быстрее. Цвай таузенд, цвай und Когда все поделите, вам будет очень легко, то есть мысленно поделите слово, вам будет очень легко его прочитать, сказать и так далее. Следующая цифра – 3058. драй thousand – аналогично 3000 сначала говорим, потом мы должны сказать число 58, а это, как мы скажем, сначала 8 и 50, то есть 8 и 50. Следите за тем, где я говорю еще раз. 3000, 8 und 50. Следующее число – 1269. Сначала мы скажем 1000, 1000. Дальше у нас 269, то есть мы скажем сначала 200. То есть 200 – это 200. Все. Сказали 1000, сказали 200, осталось сказать 69. А 69 – это по-немецки 9 и шестьдесят, то есть нойн und 60. Все разобрали. Скажем, это быстрее. Таузенд свойхундерд нойн und zehti. Тысяча двести шестьдесят девять. Видите, все очень просто, когда мы все разбираем. И возьмем число побольше. Пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят. 4. Вначале скажем 55 тысяч. То есть мы говорим 55. Фюнф und фюнфтих. Таузенд. Все, сказали 55 тысяч. Теперь мы должны сказать 164. Вначале говорим 100. Ein hundert, то есть одна сотня. 100 сказали. И осталось 64 четыре и 60. Фир und 60. Я вам все расписала, чтобы было еще понятнее, как это сказать. Теперь скажем быстрее. 54. Когда вы будете постоянно практиковаться, для вас не составит труда сказать абсолютно любое число по-немецки. Осталось еще совсем немного. Как мы с вами скажем один миллион? Айны миллион или же миллион. Миллион пишется за главные буквы и отдельно от основных чисел. Это важно запомнить. Как мы с вами скажем тридцать пять миллионов? Все очень просто. Мы говорим тридцать пять, фюнф und 30, и миллионен во множественном числе. Обратите внимание на окончание в единственном числе и как оно меняется во множественном числе. То есть 35 миллионов мы говорим фюнф und дратих миллионы. Миллиард, как и миллион, пишется за главные буквы. Один миллиард, миллиарды два миллиарда миллиарды аналогично обратите как меняется окончание в единственном и во множественном числе а теперь давайте представим что у нас с вами открылось второе дыхание и мы с вами попробуем написать и прочитать десятизначное число на немецком языке например 1 миллиард восемьсот девяносто миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч сто двадцать не пугайтесь на самом деле все очень просто сначала мы скажем один миллиард «айне миллиарды миллиард пишется отдельно да, от других чисел Дальше у нас что идет 895 миллионов. То есть мы скажем 800 сначала. Ахт, хундерт. Дальше 95. Фюнф, унд, нойнцих. 5 и 90. Миллионен. все сказали. Что у нас осталось? 758 тысяч. Зибен хундерт. Семь сотен. Так, 58, да, 8 и 50. Мы говорим ахт und füнстих таузен тысяч, правильно? И 123, айнхунд, одна сотня, драй und 20. 3 и 20. Видите, когда мы черточками разделили и все постепенно разобрали, все очень просто. Так что не пугайтесь никаких числительных в немецком языке. Давайте скажем это число быстрее. Eine Milliarde, 895 Millionen, 758 123. У меня к вам задание для лучшего закрепления материала напишите мне в комментариях по-немецки восьмизначное, девятизначное или же десятизначное число, а я все проверю и исправлю ваши ошибки, если они будут. Главное, больше практикуйтесь, и я уверена, что уже через очень короткое время вы будете спокойно считать и писать по-немецки без особого труда. На этом наш урок завершен. Auf Wiedersehen! До свидания! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А мы для вас готовим новые, интересные, полезные уроки, которые вам помогут легко и просто выучить немецкий язык. Наши уроки выходят регулярно. Всем пока-пока. Чус!